Приветствую всех на своем канале. Расширял я только что вот эту семью. Это в том году здесь было 10 килограмм пчел рой садила с вольной, с трех семей. Перезимовали эти пчелы у нас. 8 рамок на зиму шло плотных. Ну вот уже у нас май месяц, начало. И в этих пчел еще, можно сказать, сила такая не очень. Например, вот эти я уже на 16 расширил, многие уже на 16 рамок расширил, а у этих всего лишь было 8, и добавил я 2 так в гнезде и 4 с краю поставил. И вот погодка у нас не очень такая, подпортилась к вечеру. Ну, не удержался я и все-таки решил посмотреть наш бакфаст. Те, что я ставил надставку 10 апреля. 10 апреля я поставил им надставку. Лед у них довольно такой сильный, у этих пчел. Посмотрим, что там они наносили за эти дни. Это получается где-то 20 дней стояло. Сейчас сбрасываем утепление. Пчел я утепляю зимой и летом сильно, чтобы не прогревало верхи. Вот сейчас подушка у нас такая теплая, градусов, наверное, 30-35. А здесь у нас, ну, тоже жарко, ну, не так, как пекло с крыши прямо. Куда туда-сюда ходил, дымар немного притух. Позавчера его варил здесь, вот проварил гвоздя такого, чтобы открывать, то что проволока отломалась старая. И как оказалось, у нас меха немного дыравые тут. Скотчем покуда подклею. Меха уже сам это делал, с кожи толстой такой, с куртки кожаной старой. Но все равно внизу продираились. Сейчас посмотрим, что они наносили. Над гнездом открываем. Слышно, пчелы шамачат по меду уже. Соты, наверное, полные. Собирался им еще вчера поставить надставку вторую, но строил велосипед, с бензином, с маслом возился, то решил на сегодня это дело перенести. А сегодня, покуда навощил рамки большие, так уже некогда к ним лезть. То, что это покуда подниму эту надставку, там под решетку надо лезть, доставить еще две рамочки сюда большие в гнездо, то пройдет времени много, а на небе тучи. Так что посмотрим чисто, что у них здесь. О, повесил дымара. Где-то какие-то дурень пьяный кричит за каналой. Уже пошел воск у них хорошо. Я им буду завтра, если погода нормально будет, буду ставить разрез, надставку под сотовый мед. Там соты полуотстроенные, недостроенные, то работы с их, думаю, надолго хватит. Да и вошины в гнездо еще две добросим. То, что я с весны бросил им 16 рамок, а там еще можно 2 на 18 будет. Ну, рамка тяжелая.
О, полненькая рамка уже меда, и печатать начали. И здесь тоже, думаю, еще недельку они запечатают полностью корпус этот. Это бакфаст у нас, они через решетку стоят. Вон, гнездовая часть через решетку отделена. Но это я над гнездом, тем, что с зимы вышло, смотрел. А если взять, ну вот, если взять полностью на край, то не знаю, что там сейчас с краю глянем. Хорошо, что хоть не поприклеенные низы сильно к решетке, вот. Это даже не приклеено. То есть, если все хорошо, то мы это дело быстро провернем. Даже можно и сейчас было бы. Ну, погода не очень, будут и бахфасты злиться. Ветерок такой сыроватый, а мне это чувствует. Что у нас тут дальше, глянем еще. О, приклеили. А нет, это сильно приклеено к решетке, не буду поднимать. То, что назад ставить, да пчел подается. Ну вот уже воское выделение пошло у них. Надо ставить где надставочку для строительства. Сотовый мед, то у меня не очень так идет. В Беларуси у нас больше разливный берут, он дешевле намного. То соток мед. Много не буду ставить. Вот одну эту улью поставим еще. И работаем будем. Мед будет ставить. Пчел, как огурцы, писали мне в комментариях. Так это точно. Толстопузые. Ну вот с края не видно, чтобы запечатали. Сейчас глянем по наполнению. Что наполнили они. По заполнению и рамки самой. Пошел ветер. Берёзы гнутся. Опа, наверное, надо прикрывать все быстро. Здесь то тишина. А 200 метров правее, то ветрище такие, что березы до земли гнутся. Быстро глядим, закрываем. Вот. Уже и на крайних рамках полностью мед. Залит в сотах, ну, печатать не начали еще. Можно сказать, места у них уже нету, куда носить. То, что для выпарения нектара надо в 3 раза больше места, у них уже эта надставка полностью залита, как вы видели, запечатанная наполовину. Так что если завтра позволит нам погода, мы этих пчелок расширим надставкой под сотовый мед. Вот весь ветер сюда уже пришел. Побегу теплицу закрывать, а то порве. О, оббежал, закрыл теплицу. Видно, ветки шевелятся. Будет дождь. Это понад лесом сейчас туча стоит. И вон над рекой тоже туча большая. Была гроза, наверное, дней 5 назад, но сторонки километров 5 где-то. А сейчас, думаю, пройдет через нас. Ай, троху землю намочит. Это вроде было и сыро
весной, ну все равно что уже подсыхать начало все вокруг. Вот ветерок сильный пошел. Вон наша кошка там на дороге далеко видно. Вон видно дерево шевелится. Ладно, закрываем улей. Вот и пчелы уже сбегают за улей толпой. У остальных то меньше. Чувствует мне погоду. Ну, будем на этом заканчивать. Всем удачи, до свидания.